Сегодня Мособлсуд вынес приговор участникам националистической группировки «Борн» Максим Баклагин и Вячеслав Исаев признаны виновными в убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Именно они передали непосредственному исполнителю преступления револьвер, из которого был застрелен судья, а также вели слежку за Чувашовым. Оба получили пожизненные сроки. Еще один участник преступного сообщества Михаил Волков, обвиняемый в убийстве активистов антифашистского движения Расула Халилова и Федора Филатова, приговорен к 24 годам лишения свободы. На счету банды боевая организация русских националистов, по данным СК, десятки преступлений, убийства по мотивам национальной ненависти и вражды, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.